Одним из учредителей издательского дома «Логос» в 1999 году был заслуженный деятель науки Российской Федерации. Академик Российской Академии Образования, доктор педагогических наук, заслуженный профессор КФУ Валентин Иванович Андреев. В период с 1985 по 2010 год Валентин Иванович возглавлял кафедру педагогики Казанского государственного университета. За эти годы он создал научную школу, ключевой проблемой изучения которой стала ориентация обучения на творческое саморазвитие конкурентоспособной личности. За 30 лет работы Андреева в Казанском университете под его руководством защищено около 80 кандидатских и докторских диссертаций. Он автор более 200 научных трудов, среди которых педагогика высшей школы, педагогическая прогностика, педагогическая эвристика для творческого саморазвития, многомерного мышления и мудрости. Каждая из его монографий является фундаментальным, целостностным, принципиально новым педагогическим исследованием и мощным методологическим фундаментом для дальнейших научных разработок. Папа мне всегда говорил, что лекция прошла неинтересная. Это, наверное, ты не так подготовилась. Всегда давал большое значение, придавал тому, как подготовиться к лекциям. И до сих пор помню, вот на столе лежали папины такие небольшие какие-то записочки. Он всегда тезисно записывал содержание лекции, ключевые какие-то позиции, всегда помечал. И его лекции, они были такие дискуссионные, это всегда была такая активная, интерактивная, как сейчас бы сказали, да. Это были включения деловой игры, каких-то небольших экспериментов, исследований. Это всегда было очень вдохновляюще, очень мотивационно для слушателей, для студентов. Ну и до сих пор ко мне в университете часто коллеги подходят и говорят, что мы помним, как еще будучи аспирантами, слушали Валентина Ивановича Андреева. И правда, это очень приятно, что в университете есть такая вот идея какого-то, не знаю, семейного такого взаимодействия, династийной какой-то природы. Мне кажется, это очень-очень здорово. Я видела, как папа готовится к лекциям, как он готовится к выступлениям, как он... У него, в общем-то, даже летом, даже во время каникул всегда был компьютер, всегда было под рукой какая-то литература, он очень много читал. И вот эти вот книги с его подчеркиванием до сих пор у нас в семейной библиотеке. Это та необыкновенная какая-то среда, атмосфера, в которой мы росли. Вслед за великим человеком по стопам ученого пошла и его дочь Юлия Андреева. По ее словам, свое детство она практически полностью провела окутанной наукой и стремлением к получению новых знаний. Отец часто приносил домой лекции на проверку. В семейном лексиконе многократно фигурировали стандартные выражения, характерные для вуза, и вследствие совсем юная девочка уже была хотя бы косвенно приобщена к деятельности вуза. И вот через много лет, окончив Казанский университет, она решила стать профессором. Ныне Юлия Андреева занимает соответствующую должность в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций. Я была удивлена, когда я, в общем-то, у меня были очень средние успеваемости, средняя в школе. Математика, химия, физика, все мне сложно давалось. Но как-то вот он пригласил меня к себе в кабинет и говорит: знаешь, Юля, я подумал, тебе нужно быть журналистом. Я чуть в обморок не упала, я говорю: как так, почему? Он говорит: я проанализировал, подумал, у тебя очень хорошо получается сочинение, ты любишь читать, тебе интересны люди, я думаю, что у тебя в этой сфере что-то получится. И вот удивительно, папа, видимо, на самом деле настолько талантливый педагог и психолог был, что он как-то чувствовал зону роста каждого из нас. Но действительно, до сих пор я журналистикой рука об руку все эти годы, даже когда я стала преподавать, а я уже больше 22 лет преподаю в университете, тоже с папиной легкой руки. Он всегда считал, что человек, даже реализованный в профессиональном плане, ну, может быть, и служить и в университете, да, может и преподавать. Кроме того, родной брат Юлии Андреевой, Максим Андреев, также является преподавателем и профессором юридических наук. Свою карьеру он начинал в Казанском университете, который закончил по направлению юриспруденция. Сейчас же он активно продолжает свою работу в этой сфере, продвигая величественную династию ученых. Точно так же, как и меня наставил папа в свое время, точно так же и он посоветовал направление профессионального роста для моего брата. И у нас получилось так, что у нас в семье, ну, папа был профессор, академик Российской академии образования, и я и мой брат Максим Валентинович, мы профессора, доктора наук, но каждый в своем направлении.
Я кандидатские защищала, кандидатскую по психологии, докторскую по педагогике. И защищалась в папином совете, это было очень волнительно. Все 3 часа, пока шла защита, папа сидел в своем кабинете, не выходил, очень переживал. И мне было, конечно, очень важно не посрамить честь флага и как-то выступить достойно. А Максим, мой брат, он пошел по пути. Ему была очень интересна идея дипломатии, дипломатической службы. И он в итоге выбрал направление международной юриспруденции, международного права. И он доктор юридических наук, он сейчас профессор Казанского юридического института. И он тоже уже 20 лет преподает, занимаясь и бизнесом, и издательским делом, и вот параллельно тоже преподавательской деятельностью. После кончины великого профессора Валентина Андреева его дочь Юлия Андреева выступила с инициативой продолжения громкого имени своего отца. И были организованы андреевские чтения. В конференции традиционно принимают участие известные ученые, методологи педагогической науки из России, ближнего и дальнего зарубежья, которые представляют результаты своей работы на тему творческого саморазвития личности. Идейным вдохновителем стал сам Валентин Андреев. Андреевские чтения – это конференция, такая масштабная, событие масштабное, которое объединяет на своей площадке молодых ученых. И, как правило, мы проводим и мастер-классы, и какие-то большие такие интеракции с молодыми учеными, со студентами, с магистрами. Это экспериментальная площадка для развития идей творческого саморазвития личности, для идей Казанской педагогической школы, которую в свое время основал и создал Валентин Иванович Андреев, мой папа. И в этом году эта конференция будет идти 8-й раз, и мы, конечно, будем рады участию всех. И каждый раз мы вспоминаем папины идеи. Мы, что продвигаемся дальше в этих исследованиях. И вы знаете, каждый раз, когда я выступаю на этой конференции, мне так вот морально непросто приходить и выступать, потому что у меня такое ощущение, что я говорю за папу, что сейчас он уже не с нами, он не может говорить. И как-то, знаете, в этом году, когда я вот недавно думала о том, как я буду выступать, о чем я буду говорить, и вспоминала, когда папа уже болел, и его последнюю монографию, как раз мне предстояло ее презентовать на конференции, и он говорил: вот давай я тебе сейчас надиктую, поговорим о том, что наиболее важно как-то подметить в этой монографии, о чем ты должна сказать. И вот каждый год, когда я выхожу к трибуне и говорю о чем-то с аудиторией, у меня такое ощущение, что я говорю от лица папы, что я должна что-то очень важное сказать, что-то подметить из современного такого мира, из современных трансформаций, о чем бы, наверное, папа сейчас говорил. Когда профессора не стало, организацией и проведением конференции стали заниматься его ученики. Все это было сделано с одной единственной целью – продолжить дело великого ученого, который бесспорно остается значимой личностью не только в стенах института, университета, но и всей страны в целом. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Николай Осуховский, Универ Новости.